И в Димитровградском драматическом театре прошел концерт, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. Выступал епархиальный ансамбль «Народные песни» «Славица». Подробнее о творческом вечере расскажут наши коллеги. В этот день ансамбль выступил с новой сольной программой «Пою тебе, моя Россия». На мероприятии от лица правящего архиерея Меликесской епархии исполнителей и гостей праздника приветствовал настоятель Никольского храма города Димитровграда Ульяновской области иеромонах Прокол Бойко. Приветствую сегодня вас здесь и поздравляю с праздником святого Николая Чудотворца. Я думаю, что все, кто находится в этом зале, и каждый православный христианин знает этого великого угодника и молитвенника о наших с вами душах. Поистине святой Николай – великий чудотворец. Я думаю, что каждый имеет в своей жизни моменты, когда, обращаясь к этому святому, мы незамедлимо получали от него ответ на наши просьбы. Но не всегда наши просьбы – это сбывание наших мечт. Наши просьбы иногда бывают такие, что они нам не всегда на благо. А святой Николай, как великий угодник Божий, который предстоит пред престолом Божиим, он всегда посылает все необходимое нам. Отец Прокол упомянул о жизненном пути святого Николая, его живом примере и христианском подвиге, после чего поздравил собравшихся с днем святителя Николая Чудотворца. В завершение, по благословению архипастыря, отец Прокол удостоил художественного руководителя творческого коллектива Алексея Шемиданова медали «Столетия восстановления патриаршества на Руси» и коллектив «Славицы» благодарственных архиерейских писем. Это для меня большой праздник. А на концерт я попал первый раз. Вы знаете, я удивлена и поражена. Мне очень понравилось. Святой Николай Угодник, как уже многие сказали, такой добрый, чудесный святой. Ну как в жизни помогает, во всем помогает. А сегодняшний концерт от всей души, всю епархию поздравляю. Вот от души, от всего сердца. Так вот. Никогда радуемся в этот день, в этот час, в этот концерт. Спасибо большое-большое всем, кто организовал, артистам особенно. Пресс-служба Меликесской епархии.